Федора Глинка «Луна», читает Павел Бесенин. «Луна прекрасная светила в тиши лазоревых полей и ярче золота золотила главы подкрестные церквей. А бедный узник за решеткой мечтал о божьих чудесах. Он их читал, как почерк четкий, и на земле, и в небесах, и в книге тайной прошлой жизни он с умилением их читал, и с мыслью о святой отчизне сидел, терпел и уповал».